Особенность массива арабика и особенность абхазского карста в частности в том, что здесь достаточно удачное расположение известняка. То есть при той мощности пластов, которая здесь существует, они еще и расположены под небольшим наклоном в сторону моря. И от верхней части этого пласта до нижней части пласта, то получается глубина гораздо больше. Поднялся первый вот сюда. И у меня было бы время осмотреть вот этот небольшой залечек. Вдруг мне в лицо вот сильная тяга обдало. Началась такая гонка в глубину, то есть мы каждой экспедиции, мы ездили каждые там 2-3 месяца сюда. Считаете, что вы заглянули на обратную сторону Луны? Это открываются новые географические объекты, о которых никто никогда не подозревал. Пещера практически вертикально развивается, то есть это сплошные колодцы, разбитые небольшими переходиками по горизонтали. Первые 400 метров глубины очень плохо проходятся, тяжело, узко. На 800 метрах приходит достаточное количество притоков, везде брызгает, очень сыро, соответственно, ты замерзаешь, когда идешь. Объемы галерей, то есть там порядка там, сечения хода там, больше 3-5 метров, некоторые больше 15 метров. И эти галереи там по 20-30-50 метров, такие метро такое под землю. Ну а что касается опасности, это камнепады, это паводки. Год назад нам пришлось убегать из лагеря 2100, просто потому что вода начала прибывать с очень большой скоростью. Мы должны были отобрать пробы грунта, песка, глины, может быть, каких-то натеков через каждые 100 метров пещеры с целью дальнейшего исследования того, как меняется состав микроорганизмов. Несмотря на то, что пещера – это бедное сообщество по части микроорганизмов, все равно жизнь там есть, она достаточно разнообразна. Человека, находящегося в пещере длительное время, сутки удлиняются. Есть люди, которые спокойно ломают свои ритмы, то есть у них день ночью, ночь днем. В пещере, так как нет суточных циклов освещенности, нет солнца, это реально, в принципе, сделать. Базовый вызывает лагерь 2100. Лагерь 2100 слушает. Как у вас дела, прием? Значение это имеет скорее для общего знания человечества о природе вещей на Земле, о том, как эти горы образовывались, о том, как в них образовывались пещеры. Глубины эти продолжаются и продолжаются. До моря в плане у нас порядка 12 километров. Вот представьте, по таким галереям, под землей, да еще и под водой, проплыть 12 километров до Черного моря, потом погрузиться еще там на 200-300 метров. Это, в общем, задача не для сегодняшнего дня, но, в общем, с другой стороны, кто не знал 20 лет назад, что пещеры вообще могут быть глубиной 2 километра.